В Челнах больше не будет детско-юношеских спортшкол. Они сменят свои названия. О переименовании стало известно еще в прошлом году. И сегодня учреждения получают новый статус. По поручению Минспорта России такие корректировки пройдут во всех школах страны. Конкретно в челнинских из названия уйдет приставка «детско-юношеская». Останется лишь словосочетание «спортивная школа» или «спортивная школа Олимпийского резерва». Сейчас учреждения спортивные нашего города, они уже переводятся из системы дополнительного образования в систему подготовки спортивного резерва. То есть это теперь не образовательное учреждение, а именно учреждение спорта. Изменится не только название, но и образовательный процесс. Так, подготовка воспитанников будет вестись по углубленной спортивной программе. В Челнах еще до 1 декабря 2018 года на новую систему перешли 7 школ. Остальные 9 сменят статус в ближайшие месяцы.